Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами Станислав на канале Шоу Стрибум. Сегодня готовлю очень вкусный, ароматный, необычный завтрак. И самое главное, из простых ингредиентов. Начинаем готовить. Погнали! Нам понадобится миска, 2 яйца, добавляю соль по вкусу и слегка перчим. С помощью вилки хорошенечко взболтаем, перемешаем. Отправил сковородку на плиту, добавляю чуть-чуть растительного масла. И отправляем наши яйца, наши куриные яйца. Жарим яичный блин, жарится он буквально около 3 минут, не больше. Яичный блин готов. Отправляю его сразу в тарелку. Сверху отправляю творожный сыр. Сразу же размазываю. Добавляю петрушки. Петрушки у меня на огороде уже очень много. Поэтому использую петрушку. Вы можете использовать любую другую, какая есть в холодильнике. Также добавляю тунец в собственном соку. Понимаете, да, о чем я говорю? Какая-то вкуснотень. И заворачиваем. Вот такая вот у нас получилась красота, друзья. Давайте, друзья, попробуем. Я уверен, это будет ваш любимый завтрак, друзья. Ну, прям очень вкусно. Сочетание вообще шикарное. Друзья, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся, делимся с друзьями. Не забываем комментировать. А я с вами прощаюсь ненадолго. До следующего видео. Всем пока.